Компания Infogrames представляет сериал «Кубинская связь». Производство студии Горинеша. Сценарий Морис Саклин, Рено Марин и Донован Чемберлейн. Исполнитель и продюсер Анна Уайтин. Продюсер Пол Макферсон. Режиссер Донован Чемберлейн. Хочешь что-то предложить? Говорит по-испански. Ни хрена не понял, что он сказал. Но это мне точно не понравилось. Я видел тачку еще с лодки и надеялся, что подогнанные мне ключи подойдут. Мозгу было лишь имя. Мистер Санитан и чемоданчик, но как способны помочь его разыскать. Нелегкая работа для первого задания и первого посещения Кубы. I watched myself crawling out, as I was crawling in. I started to get a real feel for the place. Я по-настоящему проникся этим местом, особенно когда понял, что меня пасут. Дышали мне в бампер и даже не пытались скрываться. Я был чертовски рад, когда они свалили. Продолжение следует.